Предложение этого дня на канале Shop & Show – это бриллианты. Самые блистательные, самые дорогие и самые статусные камни. Что может быть чудеснее? Всегда престижно иметь в своей шкатулке бриллианты. И просто даже мысль о том, что у вас есть украшение с бриллиантами, греет вас и как будто бы отрывает от земли. Вы становитесь самой счастливой и буквально невесомой именно благодаря тому, что у вас в шкатулке имеются бриллианты. Ну что ж, это бриллиантовые серьги, носят они название «Снежная нежность», и это супер предложение этого дня на канале Shop & Show. Цена 2999 рублей. Неважно, какую версию вы выберете. Сейчас на ваших экранах серебро родированное, то есть 925 пробы серебро, покрытое драгоценным металлом родием. Самый дорогой металл, который встречается в природе. Ну а для любителей золота и позолоты у нас есть золоченая версия. Обратите, пожалуйста, внимание на то, какой аккуратный дизайн у этих сережек. Он абсолютно классический, он подойдет женщинам разного возраста и абсолютно не зависит от вашей комплекции, потому что классика жанра всегда и везде хороша. Итак, цена действует только сегодня, либо есть важное дополнение, либо пока у нас есть эти украшения в наличии, а закончатся они очень быстро. Пока вы принимаете решение, какой цвет выбрать, какую модификацию вы предпочитаете, я хочу познакомить вас вот с такими наблюдениями. Давайте зададимся вопросом, сколько стоят бриллианты в магазинах, в ювелирных бутиках? Ну, вот такие цены вы можете увидеть. Кольца порядка 400 тысяч рублей. Серьги, то есть всего лишь два бриллианта, от 75, там нет на самом деле высшей границы. И даже подвеска, где всего лишь один бриллиантик, это цена 65, 70 и выше. А у нас только сегодня, либо пока эти украшения есть в наличии, два бриллианта в родированном или в золоченом касте за 2999 рублей. Это невероятное предложение, настоящий подарок для ценительниц выгодного шопинга. Для тех, кто мечтает сделать уникальный подарок дорогой любимой женщине к 8 марта. Знаете, даже вот мы, те, кто работаем на шоп-н-шоу и уже видели супер предложение, не удержались. Пожалуйста, это наши прекрасные сотрудницы и ведущие, которых вы видели на экранах, и модели, и наши мастера по гриму, и вот, пожалуйста, наша прекрасная Анна, наша прекрасная Милочка. Они не смогли удержаться, все не просто примерили эти бриллианты, они купили их себе. Дорогие женщины, если бы еще вчера я сказала вам, вы можете позволить себе серьги с бриллиантами, вы бы, наверное, сказали, ах, конечно, ну, конечно, рассказывать. Это как это? Я себе пойду и куплю серьги с бриллиантами. Это же целое состояние. Вы никуда не пойдете. Вы сейчас даже не будете выходить из квартиры. Ваша главная задача – взять в руки телефон. Причем неважно, мобильный или домашний, потому что звонок в наш колл-центр бесплатный. Я презентовала вам это чудо-предложение серьги «Снежная нежность» в утреннем шоу. И что вы думаете? 100 комплектов! 100 комплектов там у меня было порядка 8-9 минут. И 100 комплектов уже заказано. Они могут закончиться быстрее, чем закончится это предложение. Ну, а теперь представьте. Либо вам преподносят на 8 марта изысканный подарок, либо вы его преподносите. Вот так. Вот так. Мужчины! Мужчина, вы где? Вы сейчас куда смотрите и чем занимаетесь? Вы первые должны хватать в руки телефон, чтобы заказать своей возлюбленной сразу обе пары. Вы можете себе позволить 6000 рублей заплатить за подарок своей любимой? При том, что это будет два подарка. Один на 8 марта, а второй либо на день рождения, либо, допустим, на юбилей свадьбы, на рождение ребенка. Ну, у вас есть свои личные даты. Допустим, юбилей знакомства. У каждой, безусловно, есть такой семьи, у каждой пары есть такие даты. Мужчины могут сейчас немножко замешкаться и подумать, так, а зачем две одинаковые модели? Ну, смысл? Я вам сейчас объясню, дорогие мои джентльмены, какой смысл. Ну, во-первых,
Бриллиантов много не бывает. Это подтвердит, безусловно, любая женщина. Ну и во-вторых, мы любим разные образы. Вообще, женщины очень любят многообразие в своем образе. И сочетание материалов, металлов сейчас особенно в моде. Поэтому вы заказываете своей возлюбленной и родированную версию, и золоченую версию. И она создает сразу несколько образов. Один неотличим от белого золота, другой неотличим от красного золота. И всегда выглядит очень статусно. Согласитесь, мужчины, что очень важно, чтобы рядом с вами находилась очень благородно, дорого одетая женщина. Женщина, которая сама себе нравится. Потому что когда леди нравится, как она выглядит, она светится изнутри. И это действует на окружающих похлеще и получше, чем любовь. Любой, даже самый профессиональный макияж. Ну вот, пожалуйста, мужчины, вот такое предложение я вам делаю. Вы заказываете две версии серег в роде и в золочении. Вы заказываете две цепочки. Цепь называется «Нежный переплет», и она тоже у нас представлена в двух вариантах: позолота и роди. Еще вы заказываете колечки. Хотя так и называется «Снежная нежность», и оно представлено по цене 1999 рублей. Вот такие доступные цены на бриллианты. Давайте сейчас закроем ладошкой левую часть экрана. Вы видите это великолепие. Вы знаете, что это бриллианты, а вы знаете это точно, потому что у меня есть паспорта, и я их покажу. Итак, три бриллианта. Одно украшение выглядит как белое золото, второе как любимое нами красное золото. Цепи в таких же оттенках. Сколько это будет стоить в магазине? Ну, мы уже выяснили, что кольца безумных денег стоят. Там кольца под сотню. То есть такой образ даже при лучшем раскладе, при какой-нибудь супер акции, 100 тысяч все равно ниже вы не опуститесь, ниже этой границы, если пойдете в ювелирный бутик. Но сегодня вот эта композиция, то, что вы видите на экране, в любом цвете, либо в золочении, либо в роде, будет стоить всего лишь 5997 рублей. То есть гарнитур «Снежная нежность» и цепь «Нежный переплет». Бесплатная доставка от канала Chopin Show. Я вам рекомендую все-таки не останавливаться на одном варианте цвета, золочения или родирования, и заказать сразу же оба варианта. Но ведь наверняка у вас есть необходимость заказывать и делать подарки не только вашей супруге. У вас дочка, у вас внучка уже, у вас, допустим, тетя, ну, в конце концов, мамочке сделать подарок. Дарите бриллианты, вы можете себе это позволить. Вот наша Елена первый раз сегодня примерила это украшение. Нравится ли тебе? Комфортно ли тебе? Потому что вы уже видели и нашу модель Ксению, нашу модель Елену, модель Лали, наших мастеров по гриму Анну и Милу в этих изумительных украшениях. От них глаз не оторвать. Они нравятся абсолютно всем.